минуточку уже можно дать торжественную музыку, друзья. Мы рады вас приветствовать на церемонии, к сожалению, церемонии закрытия нашего пятого, теперь уже международного московского открытого фестиваля молодежного кино. Отражение. Громаднейшее количество работы приготовлено, было сделано, приготовлено. Много фильмов вам представлено. И мы благодарим всех тех, кто, несмотря ни на погоду, хотя погода стояла хорошая, несмотря на всю свою занятость, пришел к нам и сделал этот праздник. Этот праздник, конечно же, мы сделали вместе с вами. И не обошлось без наших звездных гостей. Друзья, у нас звездная дорожка, поэтому встречайте председатель жюри Алла Сурикова и префект Зеленоградского округа Анатолий Цветнов. Алла Сурикова, председатель жюри, кинорежиссер, сценарист, народная артистка России, лауреат множественных международных, всесоюзных и всероссийских кинофестивалей. Встречаем российский и советский сценарист, режиссер Виктор Мережко. Член Союза писателей России, заслуженный деятель искусств России Виктор Мережко. Как-то заснули, Зеленоград, такие люди у нас. Продюсер, мастер спорта по стрельбе из штатного оружия по рукопашному бою. Встречаем Алексей Огурцов. Итак, дорогие друзья, встречаем актер театра и кино, режиссер, музыкант Владимир Епифанцев с супругой Анастасией Веденской. И смотрите, целая семья! Приветствую! Где аплодисменты? Как вы поняли, это наши старшие товарищи, наше взрослое жюри. Ну а теперь на ваш суд молодежное жюри. Встречаем Екатерина Никитина. Ваши аплодисменты. Многофункциональный центр молодежной республики. Основное направление работы — это молодежь, с которым Катя выступает на конкурсах и фестивалях. Идем дальше, друзья. Никита Каратеев. Также работает в многофункциональном центре молодежной республики. Призер чемпионата России по автомногоборью. Ваши аплодисменты. Павел Носов. Павел Носов также творческий лицей, заведующий издательским отделом. Ведущий из Зеленоградского КВН Максим Мышанский, следующий участник нашего молодежного жюри. В 2013 году актер окончил режиссерский факультет школы-студии МХАТ. Поставил несколько спектаклей на различных площадках Москвы. И следующий на дорожке — Роман Дерманский. В настоящее время учится во ВГИКе, мастерская Прошкина. Ну и, конечно же, друзья, встречаем ведущая церемонии закрытия, прошу прощения, нашего кинофестиваля Туталарсе. Ну что ж, друзья, ведущий церемонии закрытия — Олег Масленников, актер театра и кино. Где не слышал зрители? Ну что ж, дорогие друзья, встречаем на звездной дорожке
режиссер Георгий Шенгелия, режиссер фильма «Чистая победа», который представлен на кинофестивале. Прошу. Не жалейте ладошек, артисты это любят, режиссер, кстати, тоже. Встречаем актер, режиссер, сценарист, лауреат Каннского кинофестиваля Фархот Абдуллаев. Фестиваля «Отражение», каскадер, член Всемирной академии трюка США, вице-президент Федерации исторического фехтования России, президент Федерации экстремальных видов спорта Игорь Бани. Ну что же, друзья, актер театра и кино, встречаем Иван Кокорин. Судя по всему, приветствую. Пожалуйста, добро пожаловать. Вот это другое дело. Председатель клуба «Театрал», член Союза журналистов России Валерий Гирис. Режиссер, сценарист, композитор, продюсер Юрий Быков. Громкие и сволкающие аплодисменты. Актер театра и кино, встречаем Илья Исаев. Итак, встречаем заслуженный артист Российской Федерации, признан лучшим исполнителем роли принца в спектакле «Щелкунчик» в театре киноактера Сергей Колановский, заслуженный артист Российской Федерации. Встречаем на звездной дорожке актер театра и кино Константин Спасский. А на звездной дорожке актер театра и кино на нашем фестивале он представляет фильм «Чистая победа». Встречаем Владимир Несков. Нашего кинофестиваля, который исполнил главную роль в фильме «Чистая победа». Это дебют, актерский дебют, дебют Дмитрий Гончаров. Ну что же, дорогие друзья, а у нас молодежный кинофестиваль, и я приглашаю на звездную дорожку молодых артистов. На нашем кинофестивале этот человек представляет фильм «Частное пионерское» Егор Клинаев. Ваши аплодисменты. Здорово. А также актер, который представляет фильм «Частное пионерское», Валентин Садики. Итак, встречаем Семен Трескунов, также фильм «Частное пионерское». Встречайте юную актрису Софья Мицкевич.
Ваши аплодисменты! Итак, дорогие друзья, на звездной дорожке режиссер, фильм «Первоклашки», дебют в полном метре Анна Артамонова! Журналист, автор документальных фильмов, копирайтер, четырехкратный обладатель премии в области студенческой журналистики и масс-медиа, «Хрустальная стрела» Александр Цыганков. Писатель, фантаст, автор книг «Колдун», «Игры чудовищ», «Пророчество льда» Тимур Рымжанов. Встречаем продюсер кинокомпании «Северное сияние», продюсер фильма «Моя главная роль жизни» Нина Володина! Директор кинокомпании «Северное сияние», режиссер, продюсер, сценарист, актриса Мария Ефремова! Продолжаем. Я приглашаю продюсера фильма «Лед», который представлен на нашем фестивале, Елена Шонер. Встречаем актер, исполнитель, автор, музыкант, участник отборочного тура конкурса Евровидения Борис Худе. Самый позитивный и романтичный спектакль, ансамбль «Галактики», стиль, в котором они играют, можно, стиль, в котором они играют, можно характеризовать как рок, грей, поп, панк, латино, романтик. В общем, встречаем «Лампасы»! Владимир Торопыгин, Ольга Пульга. Дорогие друзья, самое время получать подарки. Наш подарок вам – это церемония закрытия подарки артистам. Это призы и аплодисменты!